Здравствуйте, магазин «Лючит. Серебряные украшения». Сегодня у нас красавица Вега, и украшения праздник, украшения торжество. Конечно, они вот прям поднимают настроение, и мы готовимся с вами к 8 марта. И хоть говорят, что сейчас нет корпоративов, выходы в свет уже разрешили, жизнь не заканчивается, можно купить себе на предстоящие юбилеи и порадовать себя, ну или просто получить удовольствие от просмотра таких красивых комплектов из серебра. Итак, зовут Вега, артикул 380 на сайте. Здесь у нас кварц цвета Александрит. Раньше эти комплекты делали с фианитами, они были более тяжелые, да, так как фианит аналог бриллианта. А кварц, они более легкие по плотности, поэтому сережечки теперь стали здесь гораздо легче. Сейчас посмотрим с вами вес. У меня здесь Александрит, цвет Александрит, размер 18,5. Шинка достаточно широкая, здесь много пространства, и на 18,5 я его и надела, прям превосходно мне село колечко. Как должное. Всю вот эту красоту по бокам у нас с вами видно. И серьги, прям серьги-праздник. Здесь у нас английский замочек, видите? И устройство серьги, опять же, тыльная сторона швензы плюс фасадная часть дают, видите, такую параллель, в которую ваше ушко будет плотненько сидеть, то есть сережечки не будут заваливаться, да? Камень специально, видите, он немножко вывернут вперед, чтобы опять правильно смотрелся на ухе. Конечно, роскошь вот этих вот фианитов, такая цветная палитра, очень интересно смотрится, и мы можем здесь говорить даже о низком проколе в этих сережках. Вес серег стал 24-14 грамм, раньше они были там 30 с лишним грамм, так что появился приятная такая вещь. И кварц цвета Александрит, он у нас при лампах энергосберегающих будет менять свой цвет на зелененький. Вот такая вот красота от завода Вега. Также эти комплекты у нас есть с аквамарином. Здесь у нас 18 размер колечка, я меряю на 17,5. Посмотрите, как хорошо, четко мне сел. Все-таки полразмера поприятнее будет, да, ход надо брать, то есть на полразмера меньше. Вот. Опять же, сочетание очень интересное. И с аквамарином, мне кажется, более такое употребимое, или как более распространенное сочетание, к большему количеству одежды оно подойдет. И кварц цвета Лондон Топаз. 20 размер кольца, вообще шикарный размер перстня. Вот я на 19,5 его и примерила. Прям четко мне село, все-таки ход у полразмера у комплекта есть. Для того, чтобы узнать цены или приобрести наши изделия, под видео всегда есть ссылка на сайт. Вы заходите на сайт, в верхней, в правой строке вбиваете артикул 380, и вы видите в реальном времени всегда наличие и цены. Вот такая красота. Дальше комплект, который Вега достаточно давно выпускает, но мы что-то давно его не получали. Артикул на сайте 31.17, 19 размер колечко. Также у нас в центре фианит цвета маркиз, да, фианит, да, фианит цвета, огранки маркиз цвета турмалин. И вот такая россыпь фианитов по краям. Причем хорошо посажены здесь тоже маркизики, видите, да, так вот в корзиночку они. И вот такой вот великолепный орнамент. И 19 размер. Тыльная сторона у нас имеет овал, за счет чего камень не касается руки, да, и работает на прозрачность. И 19-й вот я примерила на 18,5. Четко мне сел на 18,5. Сережки у нас имитируют колечко, только в более уменьшенном, да, варианте. И верхняя часть прикроет мочку уха. Здесь маленький совершенно замочек, я думаю, мы можем говорить о среднем и низком проколе. На высокий прокол, ну, мочку на плотную могут не сесть сережки. Вот такая вот красота от завода Вега. Далее мы смотрим такой же комплект, но в центре у нас немножко другая компоновка будет. В центре у нас цвет желтого топаза. Естественно, уже совершенно другая история жизни. 18,5 размер, ну и 18,5 сел четко на 18,5. Поближе посмотрим сережечки. Очень хороший праздничный такой комплект. И видите, в зависимости от цвета, конечно, совсем разное настроение дают эти украшения. Следующая модель для торжества. Артикул на сайте 31.78. Здесь у нас кварц цвета аквамарин, 19 размер. В центре у нас огранка идет роза.
бриллиантовая, да. По краям флористический рисунок и тоже вставлены цветные фианитики. Корзинка, видите, дает тоже такую возможность работать камнем на просвет. И 19 размер опять буду мерить на 18,5. Чуть свободновато, я думаю, что прям 18,5 надо брать на 18,5. Здесь у нас уже сережки не подвесные, а цельные. И здесь более большое пространство для мочки уха. Мы можем говорить даже про высокий прокол, хотя, может, и на низкий тоже они сядут хорошо. Надо примерять, да. Вот такая вот красота. На любой праздник совершенно можно в нем пойти. Такой же в кварце цвета оливин, 17 размерчик. Вот, видите, по бокам какие у нас камушки с вами. 17. Ну, вот я очень плотно одела на 17,5. Конечно, надо брать по размеру в размер прям. И очень насыщенный такой красивый цвет родолита. Прям такой манящий, вкусный. И размер у нас родолита 18. Ну вот как раз 18 на 17,5. Видите, сел мне прям хорошо то, что нужно. Ни велико, ни мало. С одной стороны не заваливается, с другой стороны не сильно сжимает руку. И родолит, конечно, насыщенный, такой прям сочный, вкусный. И последний комплект на сегодня. Называется артикул на сайте для того, чтобы его найти, 3075. Здесь у нас 17,5 размер колечко. Посмотрите, здесь у нас микс фианитов. Подобрана очень нежная такая гамма. Такая какая-то пастельная, да? Все-таки тон здесь задают розовые лунные кварцы синтетические. 17,5 размер. Примеряю на 17,5. Сережки здесь практически не занижены, штифт идет вровень прям с тыльной стороны. Видите, какая швенза, помимо того, что она интересная по работе, она еще достаточно широко открывается. И здесь мы можем говорить о высоком проколе, я думаю, что они сядут великолепно. И вот такой вот нежный комплект, тоже, думаю, очаровательный вариант для праздничного вечера. Так что заходите, выбирайте, украшайте себя перед 8 марта и получайте от этого огромное и неимоверное удовольствие. И мы, конечно, вас ждем в нашем магазине. Всего хорошего. До свидания.